Думаете, возьмете вот так вот щенка, посадите его как котеночка, и он будет у вас сидеть на руках. Нет, такого никогда не будет. По крайней мере, если щенок такой активный, вот как вот эта вот девчонка. Вот что это такое? И когда это прекратится? А? Ау! Ай! Вот. Ты за нос можешь, наверное, укусить. Давай покажем, что мы умеем делать. Хорошо? Ждать. Ко мне? Молодец, умница, да хорошо. Эли, Эли, Эли. Ждать. Ко мне? Да хорошо. Молодец, девчонка, умница. А вот команда лежать у нас никак не получается. Лежать? Да, хорошо. А вот давай попробуем вот так же без ноги. Сможешь лечь? А, зайка. Зайка, кусайка. Ну давай, вставай. Эли. Сиди. Да, хорошо. Иди сюда. Иди сюда. Зайка, иди сюда. Иди сюда. Ждать. Ко мне. Да, хорошо. Умница, дочка. Умница. Сидеть? Да, хорошо. Нет. Нет. Можно. Нет. Можно. Молодец, девчонка, ну ты солнышко, красавица. А вот когда мы отучимся кусаться, а? Когда отучимся кусаться? Когда подрастем, правильно я понимаю? Правильно я понимаю, что ты отучишься кусаться, когда ты подрастешь? Потому что другие никакие на тебя методы не действуют. Нет. Мама, давай, кусай. Нет. Да, хорошо. А давай посмотрим, как ты будешь реагировать на тапочек. Нет. А как хочется этот тапочек потрепать, правда? Да хорошо. Умница, умница, девочка. Но тапочек я все равно потреплю, да? Кто маленький крокодил? Я маленький крокодил. Ну давай еще с тапочком. Один тапочек, два тапочка. Интересно, подойдешь ли ты по моей команде мимо тапочек? Ко мне? Ко мне? Да хорошо! Молодец, зайка, умница. На меня? Да хорошо.
На меня? На меня? Да, хорошо. На меня? Да, хорошо. Умница, девчонка.